Привет, ребята! Сегодня необычное видео. Поговорим немножко о безопасности жизни, о безопасности работы, о средствах защиты при работе сварщика. В общем, здесь, где я работаю, на стройке сварщикам разрешают ходить без каски. Ну, я так подумал, что тот предмет, который будет падать, он не спросит, сварщик ты или не сварщик, упадет и принесет травму. Поэтому я не всегда, к сожалению, хожу в каске, но сегодня решил одеть и думаю продолжать это делать, потому что это предохраняет мою жизнь. Потом, допустим, я работаю на лесах. Я работаю на лесах, 3,5 метра высота у меня трубы, 4 метра потолок. В общем, достаточно не низкая высота, могу я залазить снаружи этих лесов, а могу снутри, открыв вот такой вот. Потом, насколько я применяю современные средства. У меня есть вот такой вот магнит, угольник, под 45 можно ставить и под 90. И также он держит до 20 килограмм материала. То есть, допустим, я работаю один, я могу с помощью магнитов сделать прихватки довольно таким комфортно, не напрягаясь. Потом, насколько часто я делаю правильные вещи, что у меня не оголенные провода, хороший прижим к металлу, как часто я меняю держатель. К сожалению, у меня предыдущий держатель 3 года прослужил, пока он не сломался, я не купил новый. Ну и вот так часто бывают разные вещи. Другие сейчас скажу дальше. Ну, привет, ребята. Сегодня буду менять держатель. Вот такой у меня был держатель. 3 года я им пользовался. Сломалась резьба, не держит электроды. Поэтому буду менять на вот такой держатель. 300 ампер заявлено производителем. И была у меня вот такая масса, отгорела тоже недавно. Сейчас буду менять на вот такую массу. Заявлено производителем 500 ампер. Поехали. Поменял я держатель, был вот такой вот с маленькой такой гаечкой. Сейчас вот такой ставить. Держатель был вот такой. 3 года мне послужил. Потом буду пробовать. Старенький, но надежный. Например, как часто я меняю в своей маске светофильтр и также защитное стекло. Вот у меня есть светофильтр запасной, есть защитное стекло. 3 дня назад поменял. Очень рад, что очень все хорошо видно, как днем. Когда редко это делаешь, тогда это затрудняет, сварщик начинает расстраиваться, раздражаться, и работа получается некачественная. Как вам, ребята, такие мысли, что вы делаете на своей работе и как защищаете себя и безопасно ли вы работаете? Сегодня обвариваю стыки, высота 3,5 метра, потолок 4, леса где-то 2,5 метра. В общем, комфортно работается, пожарную систему делаем. Ребята, стою на высоте лестницы. Здесь потолок рядышком. Говорил, что тройник с переходами. Труба 108. Переходы под 7-6 трубу. Буду дальше обваривать. Все это пожарка опять же. Вот так сегодня работают мои слесаря. Каски, жилетки, в очках. К сожалению, не всегда так бывает, но сегодня так, небольшая там ошибка, пришлось отрезать на месте кусочек трубы.